Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет видео о пустых баночках. Снова возвращаю рубрику по вашим запросам. Вот, но когда поступил запрос, у меня, к сожалению, вообще не было никаких пустых баночек. И даже не было того, что вот-вот должно было закончиться. Насобирала тут и хочу с вами поделиться. Чтобы видео было максимально информативным, я постараюсь все ссылки оставить внизу в инфобоксе. Там, где я это покупала, если на что-то я не оставила вам ссылку, значит, не нашла, но, по крайней мере, оставлю название вам тех или иных продуктов, которые я сегодня вам буду показывать. Много у меня закончилось уходовых средств для волос. Ну и давайте я уже начну с краски для волос. Меня спрашивают, чем я окрашиваю волосы. У меня есть седые волосы, но их совсем-совсем немного. Я использую вот такую краску для волос. Это скорее даже, наверное, не совсем краска, это не стойкая, безмячная. Она, ну, как бы она стойкая, но не очень стойкая, я бы так сказала. Использую я 3% оксид. Постепенно она смывается с волос, и мне нравится, вот когда она смывается, такой получается эффект натуральных темных волос. Не сине-черных, не прям угольно-черных, а таких вот, ну, в общем, мне нравится этот эффект. Если у вас много седых волос, наверное, я не порекомендую эту краску. Она не сушит, не жжет волосы. В общем, мне очень-очень нравится. С 3% оксидом использую с огромным удовольствием. К окрашиванию волос я использую вот такой хромоэнергетический комплекс от марки Estelle. Значит, он у меня тут полностью закончился. Не требует повышения процента оксида. Что делает с волосами? Придает блеск, ну, как бы защищает волосы во время окрашивания, придает блеск, ну и, наверное, все. Больше я особого эффекта на самом деле не заметила, но добавляю в краску, закончилась полностью, буду заказывать еще либо это, либо подобное средство у марки Olin. Еще есть подобное средство. Если вы пользуетесь какими-то агрессивными такими жесткими красками, очень советую добавлять вот целую ампулу, я добавляю смесь для окрашивания. Тоже к окрашиванию закончился у меня вот такой Olin стабилизатор цвета. Я заказала такой же, только это у меня кондиционер. Я заказала шампунь, только маленькую упаковку, потому что вот такая большая бадья, пользуюсь только после окрашивания, но она ни к чему на самом деле, такая большая бадья. Поэтому буду заказывать в маленьких бутылочках. Очень мне нравится, действительно останавливает реакцию краски. Шампунь хорошо промывает. Это у меня кондиционер, да, вот. И, ну, мне нравится, как подольше держится цвет на волосах. Дальше закончился у меня вот такой шампунь. У меня был еще, была маска из этой линейки. Мне не особо понравилось. Неплохо промывает, но волосы такие... немножко склеивает волосы. Вот марка Olin, это тоже бюджетная, это, по-моему, итальянская какая-то марка. Да, это Италия. Вот так она называется. Мне не особо понравилось, я не буду больше приобретать, скажу честно, потому что больше нравится средство от марки Olin. Вот у меня закончился вот такой шампунь, мне их надолго хватает. Я обычно заказываю вот такие большие боди и потом просто докупаю различные масла, маски, ну, в общем, всякое такое, да. И вот такая вот масочка у меня тоже закончилась. Это с экстрактом листьев камелии. Для окрашенных волос в том числе подходит. Мне не вымывает краску вот этот шампунь. Но у меня краска такая, она сама по себе смывается. Поэтому не знаю, если честно. И маска у меня с органовым маслом для сияния и блеска. Мне очень понравилось. Я буду заказывать еще много раз. Люблю марку Olin. Она бюджетная и при этом очень классно работает на волосах. Следующий шампунь и кондиционер от марки Riche. Это для окрашенных волос. Мне на самом деле очень нравится. Девочки, честно признаюсь, прям очень нравится. И это мои уже вторые бутылочки. Наверное, попозже, ну, наверное, закажу еще раз себе. Потому что волосы прям такие мягкие, шелковистые, гладкие, не путаются. И, ну, не знаю, как насчет сохраняет цвет, но вот мне очень понравилось. С огромным удовольствием использовала и повторю еще раз, я думаю, точно. Так, теперь у меня не смывайки для волос. Первый это вот такой, покупала очень давно. Это вообще на самом деле для блондинок, по-моему, линейка. У меня был и шампунь, и бальзам, и я купила вот такой спрей-кондиционер. Не очень удобный у него вот этот вот пульверизатор, да, вот этот разбрызгиватель. Такой
не вуалькой, а так вот как-то точечно получается разбрызгивать. Мне не очень это понравилось. Да и вообще, вот именно вот эта линейка, ну, не знаю, это, по-моему, для блондинок, девочки, я могу ошибаться, но как-то вот не очень. Я не повторю, честно признаюсь. И вот этот спрей, если чуть-чуть больше им нанести, если попадет вот сюда, ну, ближе к корням, то сразу же будут волосы грязные. Также вот такие спреи у меня закончились на Herb. Вот этот я уже беру не первый раз, вот этот взяла впервые. Повторю их еще раз. Если у вас быстро пачкаются волосы, то я советую вот этот. Если у вас длинные волосы, то я советую вот этот. Потому что вот этот тоже, ну, если переборщить, может как бы испачкать волосы. Вот этот вообще нет. Вот это идеально на лето. Убирает пушистость. Они оба, кстати, хорошо увлажняют волосы, как бы напитывают волосы. Мне очень понравился эффект вот от этих двух средств. У меня еще вот от этого средства остался вот из этой линейки шампунь, по-моему, из этой линейки, да, шампунь и кондиционер, тоже очень понравился. Вот такая марка, ссылочки, конечно, ну, на все продукты, как я уже сказала, ссылки оставлю вам внизу в инфобоксе. Вот эти спреи куплю себе еще раз обязательно. Для тела закончился у меня вот такой питательный крем для тела с кокосовым маслом от Organic Zone. Мне он понравился, девочки, действительно. Ну, я не знаю, как аромат кокоса, не совсем он, конечно, кокосом пахнет полностью, я его вымазала на себя, но он очень хорошо, он такой как бы легкий, как молочко, но при этом мою сухую кожу очень хорошо питает. Вот сейчас пользовалась, совсем в холодную погоду, мне недостаточно было в совсем холодную погоду, я люблю таким прямо маслами такими жирными пользоваться, а вот сейчас и на лето хорошо питает и увлажняет кожу, мне очень понравилось, я закажу себе еще раз, это точно. Также от Green Mama у меня закончился, я как-то делала заказ давно-давно, вот такой крем, укрепляющий морской сад, он бюджетный, как вы видите, я его даже разрезала, мне очень понравился. Он имеет такой, это крем, укрепляющий для тела, ламинария и спирулина. Вот так вот он выглядит. И вот этот крем, он такой имеет охлаждающий эффект. Кстати, очень прикольный крем. Увидите где-то, обязательно, девочки, возьмите. Наносила на все тело. Не знаю, как насчет тонуса, упругости, но такой очень приятный, не липкий, быстро впитывается, хорошо питает и так, такой охлаждающий эффект имеет. Очень приятный, на самом деле, кремушек. Пахнет он, наверное, стандартно для Green Mama, плюс еще каким-то ментолом здесь. Наверное, вот этот ментол как раз-таки охлаждает. Но приятно, мне вот прям с огромным удовольствием он пользовалась. И абсолютно закончился. Я обязательно либо заказ делаю Green Mama, либо, не знаю, либо где-нибудь, если увижу, обязательно куплю. Так, теперь средства для ухода за лицом. Тоже от компании Green Mama. У меня закончилась вот такая чистящая пена гель для лица. Я ее использовала по утрам в качестве бюджетной умывашки. У меня сухая кожа. Вообще отлично, на самом деле, вечером, ну, он макияж не снимает, вот это вот средство, макияж я вообще снимаю либо молочком, либо мицеллярной водой, и, ну, не знаю, я использовала его по утрам, он такой достаточно мягкий, он в виде геля, не очень хорошо пенится, но хорошо так очищает, освежает кожу, это тоже моя не первая баночка, и, вы знаете, считаю, что это очень достойный продукт, у меня еще закончился вот такой гель, это Bioderma, вот. Вот, вы знаете, ставлю их, ну, немножко они разного действия. Вот этот больше для сухой кожи. Это Sensiba очищающий гель, мицеллярный гель для деликатного очищения чувствительной кожи лица и контура глаз. Вот этот более мягкий, чем вот этот, но оба не сушат кожу, хорошо ее очищают, не очень хорошо пенятся. И оба очень достойные продукты. Вот у меня на полочке они стояли. И повторю, и этот, наверное. Ну, вот этот вот бюджетный и при этом хорошо работает. Действительно, очень советую вот этот вот именно ромашка и брусника пена-гель. Очень мне нравится. Девочки, увидите, где-то обязательно купите. Я заказывала на сайте. Ну и, соответственно, вот это тоже мне очень нравится. Это зимой хорошо прям для супер сухой кожи, кожи, склонной к шелушениям, обезвоживанию. Вот это средство вообще идеальное. Закончилось также у меня два тоника для лица, они мне уже давно закончились, лежат. Это тоник для нормальной сухой кожи Эхинацея.
Продается вот эта косметика, по-моему, на Вальберес еще тоже есть. Ну, в общем, я ссылки вам оставлю от Organic Zone. Вообще нравится. Это моя, по-моему, тоже вторая или третья бутылочка. Девочки, мне действительно нравится. Вот без рекламы, без всего, да, мне действительно нравится вот этот тоник. Он, используя его тоже по утрам, он хорошо так тонизирует кожу, увлажняет ее. И, ну, вот, ну, я не знаю, что еще нужно от тоника. Перед масками какими-то я его использую. Он недорогой. И при этом хорошо, на мой взгляд, работает здесь натуральный состав. И действительно мягко очищает. Ну, он не очищает, он тонизирует кожу. Можно использовать для кожи вокруг глаз в том числе. Очень, очень достойный продукт. Бюджетный, но при этом очень достойный. И также вот такой вот гиалуроновый тоник. Он такой более, если здесь такая прям водичка-водичка, нанесли на ватный диск и протерли, то... Здесь вот на зимний период времени вот этот тоник тоже от Organic Zone, гиалуроновый, с алоэ вера и глицерином. Он хорошо именно на зиму. То есть он такой более гелеобразный, что ли, по текстуре своей. И очень хорошо увлажняет кожу именно зимой. Очень хорошо он у меня пошел. Прям с огромным удовольствием тоже по утрам им пользовалась, умылась или перед какой-то маской я протерла. И вообще отлично. У меня как-то одна девушка спросила вообще, зачем нужны тоники. Это, наверное, поймут девочки с сухой кожей. Мне вообще косметолог когда-то давно, когда я у него была, рекомендовал после любого контакта кожи лица с водой использовать тоник, потому что он нормализует... То есть восстанавливает баланс кожи, нормализует всякие там процессы и тому подобное. И чем больше я использую тоников, тем менее сухая кожа. У меня, если вы тем более склонны к шелушениям, то тоники – это ваше все. После любого контакта с водой я действительно протираю кожу лица, шеи, декольте тоником. И мне это очень нравится. Также у меня закончилась вот такая вот масочка. Я вам показывала, заказываю их на фармакосметике. Очень мне нравятся эти маски, девочки. Они действительно достойны. Единственный минус в том, что у них нету вот такой штучки для шеи. Я очень люблю, когда есть для шеи. Здесь набор состоит из 7 масок. Я сейчас купила себе другой курс из 30 масок. Кто смотрит мои влоги, видел. Вот тот курс из 30 масок, другой из... не помню с чем, мне понравился намного больше, но вот эти маски я их делаю вечером, после хорошо очищаю кожу лица, наношу вечером и могу даже потом не наносить никакой крем, просто снимаю эту тряпочку, ложусь спать, кожа утром напитанная, увлажненная, не знаю, даже такая подтянутая, знаете, не подтянутая, а наполненная такая. Очень мне нравятся вот эти маски. Я их вот просто скупаю, можно так сказать, буду покупать еще много-много раз. Здесь идет такой пинцетик, который я обычно оставляю. Очень хорошая защелка, то есть они здесь не высыхают, когда находятся. Я использую не каждый день, но где-то, наверное, раза 3-4 в неделю. Очень хорошо даже восстанавливают кожу. Мне прям безумно нравится. Также из ухода у меня закончились... Это я использовала в качестве дневного ухода. Я сильно останавливаться на этих продуктах не буду. У меня есть видео, где я о них рассказывала подробнее о своем уходе. Ссылку на это видео я вам оставлю внизу в инфобоксе. Я повторю сыворотку и, наверное, этот крем, так как я люблю использовать одну гамму вместе. Но уже осенью, сейчас летом не буду, потому что крем на лето мне вот этот вот жирноват будет. Вот, ну, крем такой, так себе, чисто без сыворотки, он, ну, такой, не стоит своих денег, скажем так. А вот в комплексе с вот этой сывороткой, может быть, просто отдельно куплю вот эту сыворотку. Сыворотка мне понравилась безумно, хорошо наполняет, подтягивает кожу, и вот этот эффект подтянутости, он остается. Да, но единственное, что остается такое чувство небольшой стянутости кожи с применением вот этой сыворотки. Не сухости кожи, а такой как бы подтянутости такой. Очень мне понравилась вот эта сыворотка, как бы курсами буду обязательно 100% осенью ее повторю. Ну и последняя, это декоративная косметика. Закончилась у меня тушь, моя любимая от марки Faberlic. Часто вы меня спрашиваете, что за тушь. Это Faberlic. Артикул у нее, скажу сразу, 52-48, именно вот такая. Сейчас покажу вам ее щеточку. Мне хватает ее при ежедневном использовании примерно на 3 недели.
Как-то иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Вот так вот выглядит щеточка, силиконовая. Очень классная тушь, не отпечатывается, не размазывает, делает и удлиняет, и придает объем ресницам. В общем, очень мне нравится. Вот уже, наверное, год я постоянно пользуюсь именно этой тушью. Мне безумно нравится. Так что вот такие вот у меня получились пустые баночки. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Ссылки, названия, все вам оставлю внизу в инфобоксе. Так что переходите, смотрите, если какие-то продукты вас заинтересовали. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч!